Аванса не будет. Черкассы продолжают жить без бюджета. С конца декабря депутаты и исполком никак не могут собраться, чтобы утвердить главную городскую смету. За это время исполнительный комитет даже не удосужился рассмотреть возможность принятия усредненного показателя прошлогоднего бюджета. В этом случае город мог бы хоть как-то существовать. Сейчас же вся бюджетная сфера парализована, включая зарплаты и соцвыплаты. 10 января депутаты горсовета отправили исполком в отставку. Его полномочия завершатся 15 числа, как раз в день выплаты аванса бюджетникам. Сегодня исполком планировал собраться, решить вопрос с финансированием. Но утром в мэрии заявили, что заседания не будет.